Среди различных жизненных дорог мне попадались очень часто перекрестки, где я стоял и наугад решал, куда пойти бы мог. Играл с судьбою, как в игру наперстки. Ошибся раз, другой, и мне бы развернуться, но будто кто-то черной тенью за спиной меня держал, мешал до края неба дотянуться. Теперь я здесь, и снова перепутье. Возможно, шанс последний Богом дан. Такими долгими мне кажутся минуты, но дальше некуда. Душа томится от тяжелых ран.